школе станицы Дербенское Ильского поселения открыли аллею казачьей заповеди. Вдоль дорожки к учебному корпусу установили пилоны с надписями, содержащими хранящиеся веками казачьи заветы. Ценить дружбу, традиции, культуру, стоять горой за товарища и родину. Торжественное открытие посетил глава района Андрей Дорошевский. Горд, что нахожусь вместе с вами в этом замечательном учебном учреждении, где воспитывают, чтут казачьи традиции, обряды, устои. Я желаю вам успехов в учебе, во всех ваших добрых начинаниях. Мира вам, добра, благополучия. В прошлом году на территории образовательного учреждения появилась современная спортивная площадка. В этом за счет средств районного бюджета заменили ограждение. Вместо сетки рабицы – эстетичный и отвечающий нормам безопасности забор по всему периметру школы. Мы очень рады, казаки, что такое внимание в районе уделяется маленькой школе. Здесь все делается для того, чтобы дети были не обижены, чтобы они были точно так же обеспечены всем инвентарем, который должен быть в школах, и все, что положено для того, чтобы они были в безопасности. Школа имеет казачью направленность, просторные светлые классы, необходимое оборудование, теплые уборные. Обучаются здесь 99 ребят. Многие не местные приезжают из соседнего поселка. Дима Шаталов перевелся из другого образовательного учреждения пару лет назад. Признается, что ничуть не пожалел, хотя учебный процесс немного и отличается. Здесь же меня научили маршировать, то есть у нашей учительницы физкультуры. Спасибо ей огромное. Научила нас маршировать. Также мы выступали уже перед атаманами. И мы очень хорошо показали себя. После торжественной части мероприятия ребята с удовольствием поиграли с гостями праздника в традиционные казачьи забавы и сделали общее фото на память.